Здравствуйте, Игнат Тихонович, мир вашему дому. Добрый вечер, добрый день. Ролик тут в Ютубе сейчас популярный, и на него пародий много. Дядя Вова, мы с тобой. Вот. Почему вот политически острый текст поют именно дети с участием депутата Государственной Думы? И вот много разных, так сказать, кто-то его ругает, кто-то хвалит. Вот, миллионы просмотров буквально у него. И вообще, как бы, ну, мне вот, если честно, по мне, я посмотрел его пару раз, мне он крайне не понравился. Дух прямо вот этого ролика. Меня аж прям передернуло, Игнат Тихонович. Вот во свете Библии, что бы вы сказали обо всем этом? Ну, я несколько раз смотрел, и при том все эти пародии, какие есть. Каждый туда попытался вставить. Это как вот фильм поставили про Гитлера, и как он там разносит свое начальство отдельно. И каждый там и про Украину будто бы он подставляет, и ругается Гитлер по-русски, матерится, опять мне Путин рога наставил там. Вот это что-то такое. С того времени такого ролика не было. Ну, профессионально сделанный. И что участвует, подобрали такую женщину молодую, у нее хоть и трое ребятишек, кавычки там, но видно, что она привлекает с собой. Такая у нее улыбка скромная. Вот. Никак это не могло быть, чтобы ребятишки придумали. Это нет. И без совета с вышестоящими тоже это не сделали. Я в первую очередь об этом подумал. Ну а кто там это сделал? Вот я теперь начинаю рассматривать и... Ясное дело, что неверующие в Бога, а Боге там ни одного слова нету, даже нет. Ребятишки, как девчонки одеты, я все рассмотрел на несколько раз, я второй день его смотрю, нет-нет, опять по частям посмотрю, какой припев, три раза они его делают, слова какие, песни нашел этой, о чем они говорят, ага, вон оно что. Ну, не судить, а просто понять. Понять и другим дать понять, что во всем мы должны видеть замысел Божий. Бог допустил. Это произошло несколько, 4 месяцев назад, еще до избрания нового президента, то есть утверждения того же самого. И что имеет в виду дядя Вова, тут ясно дело, что не другого дяди Вову, там их много, дяди Вова. Тут. Но судя по состоянию на сегодняшний день, вот более так... воинственно или агрессивно выступает Владимир Вольфович. Что же, Володя? Да это Украина, да мы бы до Парижа через 3 дня танки наши дошли. Но это не шут придворный должен говорить, а говорит тот, у кого... У него ничего нет в руках-то. Раз... Отсюда ясно, что речь идет о новом избранном президенте, ну, старый, утвержденный, так скажем, Владимире Владимировиче Путине. А знает ли он? Я немало не сомневаюсь, обязательно знает. Понравился ли он ему? Думаю, понравился. Вот я все это раскидывал дальше. А теперь хочу посмотреть. Волгоград. Посмотрел все о памятнике. Защитница Родины стоит там с мечом. Какой длинный меч, сколько в него помещается. Я очень внимательно смотрю. У меня время позволяет это сделать. Ну и пришел к выводу, что... Не знают они Бога. Защищать, если на будущее думает, но не этим маленьким ребятишкам. Ну, правда, они учатся там, кадетские у них школы, корпус или как назвать. И вот они теперь из них сделают милиционеров, полицейских. Ну, это их затея какая. У меня такие ребятишки были в лагере. 100% хулиганье. Это первое. Хулиганье. И девчонки, это будущее, говорит, на второй букве алфавита застрянут. Одна пишет, я там вот у воинских была, только пришла, говорит, он приходит, начальник проверять, проверять меня повалил, я сколько не билась, изнасиловал, еще уходить мне с работы или нет. Это прямо официально, пришел, она понравилась, у нее муж тоже работает, несмотря ни на что. Это жеребцы. Каждый ржет на жену ближнего. То есть мы с тобой, дядя Вов, куда? Последний бой. То есть, ясное дело, не игровая площадка. И не сегодня, но они в виду имеют, мы подрастем, мы же воины будем, и мы защитим то, что ты сейчас хочешь сделать полезное для России. Ну, когда они придут, а у него 8 лет уже кончится, его там уже и не будет. То есть, маленько побольше взять, ответственность больше. Я вижу, почему таких маленьких-то взяли?
Ну, вот, скажет, никто этот щель эту в года два пропустит. Если бы взяли 10 там, или 11 лет, тогда бы видно, еще 8 лет, последний год, тогда бы он где-то что-то еще сделал. Ну, а что он сделает-то? Это не надо знать обстановку. Вот здесь есть у нас газета «Голос труда», КПРФ. Официально все. Выступает Родионов генерал армии. Это большие чины. Полковник, генерал-полковник Ивашов, там другие там перечисляют где-то. И они говорят о раскладе на сегодняшний день. Просто не об Америке, а о том, как это гегемон, то есть царствующий над всеми, а просто рассмотрение обстановки с юга, с Китаем. 100 дивизий. 100. Китай держит открытыми. У нас, говорит, одна разбросанная, одна до Дальнего Востока. Все. Теперь начинает говорить о ракетах. Нас ракеты, мы такое сделаем. На каждую ракету, которая в Советском Союзе, в России взлетит, тройная защита. Ей не дадут взлететь. Из 1000 пущенных ракет едва ли 2 долетят до Америки. Вот это ПРО, там что-то у них есть. Это все это большая статья. Это официальный политолог, там Жуков, там Юрий и другие. Так конкретно говорят, что надо успевать, успевать. Это уже не сегодняшний день, это прошло. Ну, что-то маленько сделали. Они подтянули базы вплотную. Там и Грузия, рядом тут Украина. Ну, понятно, что до Москвы долететь, ну, не 20 уже минут надо. Сверхскоростные ракеты. Сколько они желают обрушить? Примерно 7 тысяч ракет. Речь идет не о том, чтобы защититься, об этом никто не идет, это бесполезно. Будет пылать пламень, плавится железо, минимум 3700 градусов, то есть Хиросима сплошная. Речь идет только о Москве пока. Почему? Ну понятно, командный пункт и все туда, ящик этот, чемодан черный. Я внимательно за этим смотрю, материал эти поместил у меня в книгах. Повторяю, все это официально. Это не закордонная какая-то пресса нам подкинула данные. Речь идет о том, сумеем ли, то есть речь идет о русских, сумеет ли в отместку ударить. Якобы там есть ядерный заряд около Америки, ну сколько-то бомб. Если взорвут, поднимется волна высотой 130 метров, и пол Америки водой сдует. Но это все сказки, это ничего не сделать. А у нас такие есть, показывают, которые авто, огромное авто, и они определенного места нету, где есть. Их сразу не найдут. Огромная там земля на 12 тысяч километров. И они все время передвигаются. Даже их где-то в тайге кто-то увидит, сообщит, а их уже там нету. Ну сколько их? А во-вторых, эти-то, которые летают с зарядами, это и лазерные и прочее, это, они любой, вспышка только, со всех сторон они поворачивают на нее и все взрывают. Это ребятишки играют, вот старик со старухой, у самого синего моря. А вот что сделал бы старик, да он распустил старуху, да, ну хорошо ставят. И находят виновного, старик, что он ей позволил, так здесь, виноват, этому гегемону рога бы давно сломили, у нас бы, а что у нас тогда было бы? Что? Вот я хочу немножко просто показать. Вот, допустим, есть такой священник, отец Дмитрий Смирнов. Он подробно об этом говорит. Вот стоит специально ролик, и он показывает будущее России, как оно просматривается. И просматривается очень печально. Даже 3 ребятишек не приходится на семью. 3. То есть вымирающая страна, самая быстро исчезающая. Чтобы нам закрепиться на этом месте, нам нужно по крайней мере 20 лет. И что с сегодняшнего дня каждая женщина, чтобы рожала не меньше 8 детей. Да это невозможно. Мусульман рождает в среднем 8,1. У русских в Европе меньше, чем 1,8. Речь идет о людях. Страна-то пустая. Сколько в Красноярском крае приходится на квадратный километр? 1,4 человека. Рядом Китай сколько? 47. Ну, примерно данные все время меняются. Ну, ясно дело. Они начинают на международных там консилиумах, коллоквиумах, что там, конгресса, и говорит, ну, вы верите, что Землю-то все-таки для людей, а не для пустыни? Ну, да. Но у вас никого нету. Почему вы должны распоряжаться этой землей? Это все страны говорят. Об этом говорит Япония на островах, об этом говорит Китай. 2 миллиарда шевелятся под боком. 2 миллиарда мусульман. Это все против нас.
И у нас все повторяют слова Александра Третьего. У России нет друзей, только флот и армия. Вот это они в песне включили. Флот и армия. Прекрасно. Флот и армия царя расстреляли со всем семейством. Им были приготовлены эти пушки, снаряды, патроны, штыки. И кололи девушек этими штыками. Царь Николай, он в этом деле ничего не понимал. Ничего. Ему говорили, такие как там Милюков, что... Да не один только он говорил, что если, не дай бог, начнется революция, вот это оседлый образ жизни, где, может, евреям нельзя, все евреи потянутся в революции. Вот и еврейская революция была-то. Сегодня же говорят, из 138, допустим, с Лениным, 135 были евреи. Вот журнал «Алтай», писательский, в Алтайском крае печатает, официально, повторяю, официально, тут ничего нету. Вот тут раскаяние один раби приносит. Это мы сделали, мы убили, все это наше. Нам нужно покаяние перенести перед русскими людьми. Что они, сколько нас спасали, и мы такое сделали. Сделали им, и делают, и грабят. Это все за кадром. Здесь они ничего не говорят. Только о том, что надо захватить. Надо прибрать к рукам, а не где-то. А речь идет о самураях. Самураи – это Япония. Ну, если Япония, ну, значит, Япония – враг. И в Японии есть чем обороняться. А что острову гряда там мы не отдадим, мы не такие, чтобы отдавать. Это нам принадлежит. У меня стихотворение «Отдайте Шикотан и Кёнигсберг отдайте», это Калининград. Я этот вопрос не со стороны гляжу. Один там пишет его, приближенный Борису Николаевичу Ельцину, когда он был в Америке, он говорит, ну... Отдайте в этот Шикотан-то, ну, тем жить негде в Японии, 13 этажей только под землю строят, искусственные острова насыпают. Нам тебе это не нужно, ну, какая-то рыбешка там. Я просто говорю, что если это Божья земля вся, то все люди по-божьему рассуждают, нам негде жить. Ну, почему у вас пустует-то все? Ну, вот, Жириновский правильно говорил, ну, давайте Японии отведем ее пространство, какое есть. Ну, сколько там квадратных километров, точно такое, а там просто как музейное оставить и все. И пусть они под автономией будут, ну, у нас же есть автономные республики. Вот, пусть они на этом изучают русский язык, закон Российской Федерации будет, включить ее как один из регионов, и, то есть реально показано, что это можно. Но вот-то можно-то можно, а вот сегодня как это делать? Вот сегодня конкретно как это сделать? Ну, как сделать? Я хотел бы даже прочитать, чтобы знали, что там за этим есть. Я немножко тут... Надо мне открыть. Вот. Вот тут у меня есть такой материал. И вот теперь отдельно слова. «Песня «Дядя Вова, мы с тобой». Это припев. Про... О Путине прозвучали на Мамаевом кургане. 21 век настал. Шар земной от войн устал. Понятно. Население шара гегемон достал. Слово «достал» – это жаргон. Это не литературно, не политическое. Ну, писал-то человек, видно, тоже неверующий. В Евросоюзе мнения нет. Там очень хорошее мнение. Отнять землю, русским под каждому дать по 150 тысяч долларов, чтобы они... Сдохли или ушли с этой территории, отдать другим народам. Ближний Восток стонет от бед. А каких бед? Войны идут. Так и добавить еще одну-две войны. За океаном лишен власти президент. За океаном. Чей президент? Не говорится. За океаном русский президент не может там делать? Или американский лишен? Русский там ему делать нечего. Это, ну, имеется в виду Российская Федерация. А за океаном, который у него власть... Он везде и Ливию разгромили, там, и Сирию, и, ну, всех, которых только можно было прибрать, как Сербию, полностью пух и прах разнесли. Ну, и отдали, кому они хотели. Сдумали Ирак, по Ирану полосанули, тогда было более ранний период. Тоже не соответствует действительности. А нам, теперь у него нет власти, у того президента вроде рукава у него длинные, руки не свободные, как бояре русские. А нам от северных морей вдаль, до южных рубежей, а сколько? В одном месте Путин задает мальчику вопрос, а где границы наши? Ну, а тот мальчик-то растерялся, где границы? По карте смотреть, нет, юноша, а он там ребенок лет 10-то. Наши везде границы, где вроде пальцем проведем.
То есть уже семя было брошено. Я стихотворение на эту тему писал давно уже, я их прочитаю. От северных морей вдаль до южных рубежей, ага, с севера до юга, от Курильских островов до Балтийских берегов, и на земле сей был бы мир. Можем достичь мира-то, но если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой. Понятно? Ну так простенько это все написано, вдаль на полсантиметра не смотрит автор этих, а ребятишкам они кулаками показали, как надо. Ну, составлено-то, видно, что умеет ролики составлять. А что достанется тому поколению моему? Дать слабинку? Потеряем всю страну, то есть слабинку не надо, жестко разговаривать с ними, как, ну, когда строжится там кулаками перед женой дома, машет Жириновский, вот примерно так, не давать слабинку-то, а наши верные друзья – это флот и армия. Память дружбы – где-то Красная Звезда, где-то больше ничего не осталось. Красная Звезда сделала противным всему миру русских-то. Они не понимают, что они делали, солдаты насиловали женщин. В одном Берлине, кажется, 110 тысяч только или 150 женщин изнасиловали. Иногда насиловали, и эти южные шли какие-то там специальные, батальоны шли, недавно смотрел. 100, 200, иногда 300 мужчин, одну женщину насиловали. Это все сохранилось в памяти народов. Что русские шли, от них бежали в плен, сдавались, лишь бы только не попасть этим зверям, по-другому нас не называли. А нам от северных морей, вдаль до южных Припев опять, не достанется гряда самураям никогда. Ну, это надо знать, достанется, не достанется. Ребенок, он пропел то, что сказали ему. Грудью встанем за столицу янтаря. Столица янтаря, на столице янтаря всегда была Юрмала в Латвии, Балтийское море. Чего-то там, где столица янтаря, или под рифму подобрал. Севастополь наш и Крым для потомков сохраним. В гавань Родины Аляску возвратим. Как возвратите? Она была продана, ее, за нее деньги взяли. Заряди Аляска, посмотри. Но это уже он хватил, ничего не понимает. Как это так? Да и как ты туда полезешь-то? Это же континент северный. Теперь она один из штатов Америки. Значит, возвратим. А там только прошли пути, ну, кто первый приехал, это она наша уже. Русский флаг где висит, это наша. Да его везде можно повесить, русский-то флаг-то. А нам от северных морей. Премьера этого песни это состоялась 15 ноября 2017 года. С прицелом премьера там, но нигде не было как будто. И сразу раз и выплыло. Вот я посмотрел, немножко хочу даже показать, как это будет выглядеть. Чтобы они посмотрели на это, на эту песню, кто ни разу не видел. Ну, несколько примеров таких. Вот. Вот так. Дальше. Ребенок поет, ребенок, куда с тобой? Он не понимает, что это смерть. Смерть. Вот как Сталинград был, продолжительность прибывших на теперь поселение, это Сталинград был. Какая продолжительность жизни солдата была? Один день. Один день. Говорили, 480 тысяч пришло, а теперь уже такую сумму заворачивают, в ум не вкладывается. Приехали когда тут из-за границы, стали спрашивать у гида. Она показала 6 миллионов. Ну не 6, не 6, но 3-то определенно погибло. Так это одно место. И поэтому сегодня кое-что рассекречивают. Я хотел сказать вот слово «смерть». Ребенку надо пояснить, что такое смерть. Показать, как Ян Златоуст говорит. Ребенок должен это видеть. Это очень сильно. Протопоп Аввакум мальчишкой был. 6 лет ему было, кажется. Он в первый раз увидел у соседа сдохла корова. Это было таким для него потрясением. И какой стал герой веры. Вот на этом примере надо учить. Это ты будешь, кто-то близкий, друг, там кто-то погиб. Не надо прятать от ребенка, он должен видеть. Мы все смертные. Вот это все шапочки с нас, все это слетит.
Надо видеть. Вот я даю некоторые данные. Сейчас посмотрю. Вот у меня слово «смерть» в Библии встречается 640 раз. 640. Но один-то раз можешь показать, что такое смерть? А не так, дедушка умер, его ребенка не пустит. Да этого психику не надо травмировать. А куда пойдем с тобой, когда последний бой? Последний, почему? Никого живых не останется. А то думает, что последний бой, значит, мы их убьем, а дальше пойдем гулять. Дальше будем жить, как живут наши отцы и деды, как блудно, не зная Бога. Так вот, у меня стихотворение написано, в стихах только 3467. Слово «смерть» встречается 1464 раза. То есть я даю представление о смерти. А здесь «пойдем с тобой в последний бой». Вот у меня вышло «Открытым оком», 30 томов, 33 даже. 9626 раз слово «смерть» встречается. То есть я даю понятие. В разных вариациях. Какая скорбь, печаль, отдали суд Божий. С чем предстанем на суд? Что будет? А теперь надо вернуть. А как вернуть? А почему именно Аляску? Почему не Финляндию? А Финляндия была одна из губерний у русского царя. Польша была тоже под Россией замята. И так далее. Правда, царь нигде в Афганистан не заходил, это перещедрили его. А где Порт-Артур находится? Ну, по картам гляньте. Много? Да, много нахватали. На эту тему у меня есть даже стихотворение. Я его прочитаю сейчас. Вот так. Вот «Политика души» написано. Слова. «Отдайте Шикотан и Кёнигсберг отдайте». Пока еще не поздно, поспешим. Не удержать богатств. Хрипят и лезут тати. Излишки все, крестясь, отдать самим. Нас не осудят дети и праправнук, что мы во время бури и штормов за борт трубили мачты, не тараном. Спасли Россию ясностью умов. Нельзя, несправедливо, не по Богу, раскинув руки, пьяным бороздить. Когда соседи жмутся по отрогам, нам негде жить, нам негде жить. По совести ли? Вымирают люди, пустеют города и заросли поля. Мы захлебнулись, то ли еще будет, когда извергнет мертвецов земля. Готовы чаши гнева, вихрь зловредный, от гнойных ран, зловоние и смрад. Последний конь, и конь, как знаем, бледный, и смерть на нем, а сзади виден ад. Что? Непонятен призыв благодати? С премудростью и со Христом бы жить. Да, мы окружены и спереди, и сзади. И всем руководит Христопродавец жид. Лишь Дух Святой умам отверзит ясность и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясущий Шикотан. 25 апреля 2001 года. То есть я просто посмотрел, к этому подходит. Это не сегодня сказано. И у меня это записано. Есть. Витя поет. Как это выглядит? Попутно. Души. Политика души называется. Отдайте Шикотан и Кёнигсберг, отдайте, пока еще не поздно, поспешим. Не удержать богатств, хрипят и лезут тати, излишки все крестясь отдать самим. Нас не осудят дети и праправнук, что мы во время бури и штормов за борт рубили мачты не тараном, спасли Россию ясностью умов. Лишь Дух Святой умом отверзит ясность, и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясучий Шикотан, какой грозит трясучий Шикотан. Нельзя несправедливо ни по Богу, раскинув руки, пьяным бороздить. Когда соседи жмутся по трогам, нам негде жить, нам негде жить. По совести ли вымирают люди, пустеют города и заросли поля. Мы захлебнулись, то ли еще будет, когда извергнет
снасть и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясучий шикотан, какой грозит трясучий шикотан. Чаши гнева вихрь зловредный, от гнойных ран зловоние и смрад. Последний конь, и конь, как знаем, бледный, и смерть на нем, а сзади виден ад. Что непонятен призыв благодати, с премудростью и со Христом бы жить. Да мы окружены и спереди, и сзади, и всем руководит Христа продавец жить. Лишь Дух Святой умом отверзит ясность и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясучий шикотан, какой грозит трясучий шикотан. Шикотан и Кёнигсберг отдайте. Вот это стихотворение, которое я написал с учетом всей обстановки, какая тогда была. Но суть-то вот в чем. Так и так это потеряно будет. И вовремя избавиться. Поэтому, ну хорошо, Даманский полуостров. За него бились, погибли люди, а потом раз, и все отдали китайцам. А те отбирают, отбирают, там под водой строят такие плотины, чтобы вода отбивалась, подмывала русские берега, и река меняет направление, не направление, а русло свое. Это сегодня уже все в интернете выставлено. Выставлено. И специалисты в этом проигрывают. Вот сейчас, допустим, столько-то за парашютистов, захватывают то-то, то-то, и почти без выстрела весь Восток отдадут. Я там проезжал, когда были в Благовестническое, у нас поездка была, мы это все видели. И мы спокойно на это смотрим, как на то, что все мы смертные. Нам не надо трястись раньше времени, а разумно надо поступить. Да кого что советуете? Да это не я, его советники советовали, Ельцина еще. Отдайте им эти острова, отдайте. Дайте им мирного соседа под боком у нас. Ворочается 2 миллиарда. Китай дает ложные сведения, 1.5 миллиарда. Сегодня, говорит, 2 определенно уже. Мы берем так. Я говорю о том, что последний бой, это речь идет о Москве. О Москве. А вот теперь давайте посмотрим. У нас есть Святая Библия. Не Нострадамус это будут смотреть, нет. Что написано в Библии? Библию признают не 2, не 3 человека. 2 с лишним миллиарда христиан. Определенно. Про Библию очень хорошо знают евреи. Про Библию много слышали, и верующие христиан называют людьми Писания мусульмане. И вот есть две главы, апокалипсис. Непонятно почему, говорят так апокалиптически. Апокалипсически, С должна стоять буква. 17-18 глава. Я немножко открою сейчас, чуть-чуть. Открой сам, дай-ка прочитаем. 17-18 главу. Потратим немного времени. Сейчас, Ванечка. Апокалипсис, откровение. 17 глава? Да, вот, прочитай. Так. Откровение Иоанна Богослова. С самого начала? Да. И пришел один из 7 ангелов, имеющих 7 чаш. И говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих. Вот, значит, мы что о ней начинаем узнавать? Что она блудница, развратница, и сидит она на многих водах. Сейчас я покажу признаки, как узнать, а что это за блудница. И мы увидим, притом безошибочно, 100% точно, о ком речь говорится. Притом не призывается выполнять ничего, просто факт. Это идет проекция с неба, и она воплощение идет. Бог назначил, как быть первому человеку, потом дальше придет Антихрист, 3.5 года, а потом суд Божий. Нам ничего нельзя изменить. И суд будет один, называется страшный, неподкупный.
И антихрист будет какой национальности? Это будет не русский, не татарин, а еврей из колена Данова. И будет царствовать как Бог, выдавая себя за Бога, огонь будет низводить с неба. Это данное, уже все заложено. Как 666, ничего нельзя изменить. Это уже полностью запрограммировано Богом. И дальше? Дальше. С ней блудодействовали цари земные. То есть многих она к себе прельщала, им нравилось, они блудили с ней, блудодействовали. И вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. То есть какое-то вино, блудодеяние, это не магазинное вино. Я потом дальше разъясню. И повел меня в духе в пустыню, и увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Мальчики, девочки, которые поют, они этого ничего не знают. Не знают. Но это будет. Никакой президент, это ровным счетом ничего не знает. Пушинка. Как у нас Пушинка, говорит, а на Украине Порошинка. Руководители. Дальше. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. Ну что там от блуда бывает, от мужчин, от женщин? Вот это самое мерзкое, а чаша прекрасная, по такой идее дадут, гей-парады тут, это садомиты проклятые. Вот это ужас какой! И это на ней чаша, которую теперь пьют все народы. И далее? И на челе ее написано имя, тайна. Больше нету. Не, тайна – это секрет. И везде секретарь, секретарь, генеральный секретарь. Все везде на секрет. Секрет – это тайна. Тут расшифровано. Дальше. Вавилон великий. Мать блудницам и мерзостям земным. А вот теперь Вавилоном она называется. А Вавилон-то во время уже был разбит, и его уже давным-давно не было. А о чем он говорит? Под именем Вавилон, все святые отцы прямо говорят, Вавилон – это Рим. Рим, который является столицей Италии сегодня. Рим. Никто не говорил, что это будет какой-то город. Рим. Но никто и не знал, что их будет не один Рим, а несколько. И далее. И я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. То есть ее отличает от других, что там много крови в этом городе будет. Много. Когда Путину показали, там в Бутово повели, там список священников подряд брали, ночью всех как класс вырезали. Более чудовище, чем Ленин, никого не было. Дмитрий Смирнов об этом говорит. Что его на земле хоронить не надо, распылить это во вселенной. Подряд все. И он, Путин ходил, повторял. Не может быть, невероятно, это чудовищно. Да что же это? То есть сам, будучи из этой системы карательной, полковник КГБ, он шокирован буквально был, но не придурялся. Прямо ходил по Бутово, все это заснято, в интернете стоит. Вот что такое кровь святых, этот город, в котором кровь святых. Дальше еще какой признак узнать, кто она такая? На водах многих, то есть многие народности, воды это народы, народы. Дальше. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей, зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Вот это все объяснено будет. Толковать не надо, уже растолковано. Дальше, что означает головы? Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. То есть речь идет о дьяволе. То есть он в это время был связан на Голгофе, когда он писал, теперь нет его. Еще лучшее доказательство, что от тысячелетнего царства хилиазм – это фальшь. А вот его нету, и он будет развязан на 3,5 года, и опять выйдет. 7 царей, какие должны были показаны. Он 8-й. Он 8-й из числа 7. Ну, сказать, 7-й из числа 8. А как 8-й, когда 7? Это означает, в каждом из них сидел дьявол. 8-й – это сатана. Демон. Это значит змей лютый, семиглавый. Дальше. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. То есть они удивлены будут.
они будут удивляться всем чудесам, благодатный огонь, вот это все откроется, что это такое. Огонь будет снизводить с неба. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена. Все, толковать не надо. Семь гор, все толкование. На семи горах только три города. Аман, город Аман, Вашингтон и Москва. Вот, все. Теперь из этих трех мы должны увидеть, как и больше других городов нету. Нету на семи холмах. А Москва, семи холмов, это Мглинка стихотворение пишет. На семи холмах, горах. Дальше. И семь царей, из которых пять пали. Когда он писал, когда писал, пятеро уже прошли. Один есть. Один есть, когда он писал, кто там, Демецан, кто был. А другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. 42 месяца. Это растолковано, не надо толковать даже, это все рассказано. И зверь, который был, которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. То есть сатана будет освобожден из числа семи, он в каждом из семи был, он восьмой, а его нигде не видно. Он не сам делает это президент, не сам делает царь, кто там премьер-министр, он в каждом был. В английском, в русском, в немецком, в американском, везде. Вот тогда там другие были названы, дается. Это у нас третья книга, толкование Нового Завета, там подробно все описано. И 10 рогов, которые ты видел, суд 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. То есть это выберут, как это, президентские выборы пройдут везде, 10 будет главных на весь мир. Это самый под конец мира уже. И они все власть добровольно отдадутся этому антихристу. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Да, сатане. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих, и царь царей, и те, которые с ним, суть званые, избранные и верные. Вот наша задача попасть в это число, быть званым, избранным и верным. Тут речь о нас идет. Еще что? Все? И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. Вот много у нас там, 114 наций. Это не Северное море, не Южный Каспийский, нет. Это народы. Которые, это многонациональная, многоконфессиональная, как они говорят, страна. Тут разъяснено, но не надо учитывать, что 2000 лет назад это сказано было. Еще. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. То есть, ни обороны никакой нельзя будет. Надо узнать, кто она такая. Вавилон, город, теперь посмотрим. Вавилон – это Рим. Толкование Кесария Каппадокийской, архиепископ Андрей об этом говорит, и далее все там, Ириней Леонский, Папий Римский, Иерусалимский Кирилл, все они говорят об этом. Это Рим. А почему я не указал? По разным причинам. Одна из тех, чтобы не было лишнего гонения. Тогда очень сложная была обстановка и прочее. Это так видно было. Но никто не знал, что Рим будет трижды. Трижды. Второй, когда кто-то отошел, строят Константинополь и назвали второй Рим. Стамбул, где сейчас. А потом он пал, там какой там, 1543 или какой, 34, надо посмотреть поточнее. Вот. И это перехватила Россия. Москва. Москва. Москва, Третий Рим. Ни одно государство, ни один город в мире не претендовал на это название. Сейчас вот запиши только где-то. Третий Рим. И сразу выскочит Москва, и что говорят там, и компании какие составляются. Третий Рим – это мы. Епифаний Славянецкий об этом говорит. Третий Рим – Москва, а четвертому не быть. Ни Вашингтон, ни Оман, их там три города было, никто не претендовал быть. А эти себя все время, мы Третий Рим, мы Третий Рим. Но еще концовка будет, как и первого и второго Рима. Дальше. Потому что Бог положил им на сердце. То есть все вместе объединятся. Сейчас они по врозь, там, какие государства, все объединятся там, которые вокруг. Есть в одно, но главное 10. Ну, конечно, не Латвия, не Литва, там такие, Германия, Франция. Это дело покажет. И они вдруг все согласятся, надо уничтожить, ничего нельзя сделать с этим народом. Вот, как план Далис об этом говорил, что самый непокоривый славянский народ, истребить его надо. Дальше. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его. Исполнить одну волю,
и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Они исполнятся. Слово не возвращается тщетным, Господь говорит. Еще? Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. То есть она давала и Румынии, и Болгарии, и везде-везде коммунистическое учение. И чаша мерзости, ее вином. Это третий интернационал учения. У американцев ни у кого нет никакого учения. Только кого ограбить, ну, бандиты, что можно сказать? Ограбить. От нее обогатились. От Америки никто не обогатился. Она дерет и дерет со всех. А от Москвы все обогатились. Одних миллиардеров за перестройку наплодили, не пересчитать сколько. Все гонят в Израиль да в Америку. И далее. 18 глава. Да. Откровение. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. Да. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». То есть все отсюда идет, и волшебство, и всякая мерзость. «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Да. «И услышал я иной голос неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Сейчас везде говорят об этом, что надо выходить. 130 километров из Москвы только пробка будет, в случае чего. И когда многоэтажа, будет отключена вода, такой будет напор верхних этажей, все будет залито дерьмом по колено. Поэтому нужно объединяться, 100-150 примерно так вот семейств, где-то ограждение отъехать, хотя бы недалеко, километров за 1000-1500, и там как-то себя сохранить, продукты брать. У каждого, чтобы мальчик и девочки были, там письма, где, чтобы не потеряли их, когда имена и прочее. То есть уже полная подготовка идет, я беру только с интернета. Интересно, едем здесь в автобусе в Барнауле, и по экрану бежит вот то, что я говорю. То есть подготовка. Самая настоящая, как во время Карибского кризиса, когда Хрущев притащил ракеты к Кубе. И далее. «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей». Это ангел говорит, ангел. Это не изменить ничего нельзя. А мы с тобой, дядя Вова, и дядя Вова, все пойдут туда, куда Бог назначил. Наша жизнь вся расписана. Еще и мы не родились, 138-й псалом говорит, не было ни одного дня жизни, а у Бога все дни записаны в книгу жизни. Уже записано все, на каждого книга. Вот она и поет, дядя Вов, ибо она говорит в сердце своем: сижу царицею, и не вдова, и не вижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерти, плач, голод, и будет сожжена огнем. Потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачет и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее». Ну что, лес, нефть, все богатства, самая богатая страна. Там триллионы этих баррелей нефти под ней. Все это пропало. И они брали за бесценок совершенно. Я возрыдаю. Обогатились. От Америки, повторяю, Англии, Франции никто не обогатился, нет, Великобритании. Только Россия питала всех. Когда кончилась уже революция, так все это Сорос, и кто это финансировал, все туда поплыло. Все, что в храмах награбили, вешали, все туда. И там в Нью-Йорке все это продается. Это буквально, это не какое-то образное выражение. Никакой гиперболы нету. Здесь четко и ясно. Без придыхания. Стоя издали от страха мучений ее и говоря... Издали, издалека. Издали, да. Стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий,
ибо в один час пришел суд твой. Все. Никакие, что у нас, ракеты быстро летают, там 8 раз скорости там, света, это звука, это ничего не поможет. Назначено. И Бог положил им на сердце. Одновременно взлетают ракеты со всех сторон. Тут понятно, что означают стрелы, пущенные в нее. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих. Вот. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе! Горе тебе, великий город, одетый в весоны и порфиру, и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому? И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселись о сем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». Нельзя ничего воспротивиться. Это секундное только будет. Вот я прочитаю несколько признаков этого Рима. Значит, Вавилон – это Рим. На семи горах, второй пункт, считаем. От нее обогатились. Ни от одного города, который на семи горах, никто не обогатился. Дальше. Найдена в нем кровь святых. Это не два, не три человека. По ее указанию, по Москве, минимум, как кораблин профессор пишет, 66 миллионов загублено. Офицерство, класс, все абсолютно под нож. Дворянство, казачество, все. Кровь святых. И себя никто из них никогда не называл, а тут больше 500 лет. Интересно, столицу перенесли в Санкт-Петербург. А тогда как? Они как вернули Ленина назад? Нельзя, потому что она здесь должна быть. Она, на нее уже Божий перст направлен был. Перенесли столицу с Вашингтона, ну куда перенесешь-то? Здесь именно так говорится. Так. Вино любодеяния – это вот коммунистическое учение, очевидно, так. В один час – это скорость погибели. Торговля. То есть она вела большую, огромную торговлю. Сейчас напечатали, когда перестройка началась, и в какому государству? Там Алжир, Египет, кому давали? Сколько миллиардов огромных? Все списали. То есть питали фактически весь мир. На шее висел-то. Торговля-то дальше. Воды многие, ну, это многие народы разной национальности. Тайна. Тайна – это секрет, секретарь, генеральный секретарь. Я это просто по-другому не могу никак истолковать, что это означает-то. Так, и что тут еще есть? Это, ну, перенос. Москва вернулась на свое место. Интересно, толкование слова «Москва» по-разному толкует. А раньше толкование было такое. Англичанин шел и спросил: а что это за река? Река Москва. А тот ответил: Москва. А у них слово «Москва» похоже на слово «москит». «Москвит», то есть комарьё, грязь. И так это и сохранилось. А сегодня толкуют и не знают, а как и что, откуда какое это слово взялось. Вот несколько моментов еще показать. Слово «Вавилон» встречается в Библии 318 раз. И вот мы читаем, сейчас я покажу несколько моментов, что Священное Писание определенно говорит, ну, об этом времени. Сейчас я это уберу, чтобы можно было просчитать. Вот, считаем мы,
Матфея 15:14. Оставьте их. Они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба будут в яму. И вот это участники песнопений и прочее, что они там пытаются кому-то грозить, сами все время валяются внизу. Страна запилась, наркомания, коррупция невиданных размеров, все разворовывается. Кого, кем, с кем воевать-то? Сирахов 31.23. Страдания бессонница и холера и резь в животе бывают у человека ненасытного. Все везде хватали и хватали, и сейчас куда еще? Здесь же прямо говорится, и Аляску возвратим. Ну тогда давайте дальше рассказывать. Я говорю, что там было у царя. Аввадон, притча Соломона 27.20. Преисподняя Аввадон ненасытимы. Так ненасытимы и глаза человеческие. А так вот эта блудница все хватает и хватает. И, ну зачем там нужно? Это все понимают. Ну, я был в Грузии, ну, когда мы ездили в поездки, ты говорят, ну Абхазия-то там ну совсем маленькая. Для огромной страны это наперсток. А для нас это заметно было. Зачем они их ну, к себе взяли? Так не одна она только. А там идет о других, где кого присоединить к себе. Притча 30 глава, 15 стих. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут «довольно». Аввакум 2.5. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад. И как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает в себе все племена. Да про кого же это говорится-то? Когда мы смотрим, по слову Божьему, никому так не относится, как к нам. Россия все время везде была, завоевывала, шла и шла. Как Павел первый был, собирал войска, пройти Индию и присоединить к себе Индию, чтобы сапоги солдаты в Индийском океане вымыли. Но вовремя его убрали. Переворот был. Убили. Ефесянам 4.19. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делает всякую нечистоту с ненасытимостью. Иов 20.15. Имение, которое он глотал, изблюет. Бог исторгнет его из чрева его. Деяние 1.18. Но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. Вот так вот посыпется со всех сторон. Союз нерушимых республик свободных пели. Рухнуло, союз уже никогда не вернется. Ты попробуй вернуть Прибалтику. Там уже стоят натовские войска и ракеты, направленные не куда-то, не в другую сторону, а только сюда. И внизу, которое там есть Узбекистан и прочее, все направлено сюда. Выпали внутренности. Иеремия 17.5. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека. И плоть делает своей опорою, которого сердце удаляется от Господа. Расклад такой мы видим, и город Рим, Вавилон, поминается трижды. И вот про Вавилон прочитать можно такие места. Исайя 46.1. Я не буду зачитывать, время много уже. Иеремия, 50 главе, 2 стих. Вавилон взят и вил не спровергнут. Вил. Сокращенно вил – это Владимир Ильич Ленин. Вот интересно, у Ленина насчитывают, но я их не считал, но говорят так. Больше 100 псевдонимов было. И старик его еще бы, пока на букве «Л» не остановился. Дядя у него был какой-то якобы. На «Л» остановился и замер. Почему? Вил должен был получиться в Вавилоне. Сейчас вы видите, да как это так? Не знаю, как так, от Бога. И никого ты не обманешь. Так написано, под 666 подгонится все. 51 глава, 44 стих. Посещу вилла в Вавилоне, и сторгну из уст его, и стены его падут, похищенная, проглоченная. То есть реабилитация наступила. Можно, Игнат Тихонович? Да. Ну вот сейчас, по сути дела, вилл-то еще правит, поскольку там охрана каждый день стоит, солдатики по стойке смирно там, как оловянные, так скажем. То есть вилл, по сути дела, еще царствует в Вавилоне-то. Тут такое дело, сейчас пишут статью, сколько осталось этого Ленина, когда его увозили в Куйбышев, было там у него загнивание, там руку отняли, там еще что-то, одну голову мочат. И что с ней делается? Что делается с его трупом? Сегодня я только смотрел в интернете. Там все гниет. Там уже ничего, говорит, его нету.
и переодевает в новые костюмы, и целый там коллектив работает уже. И сколько лет, ну с 24-го считай, 90 лет. Мочит и мочит и мочит. И дальше. Книга пророка Даниила, 14 глава, 4 стих. Это тоже говорится об этом самом. О Вилле, сколько у него там подставляли его, и сколько видели. Так, я еще несколько моментов хочу показать. Так, это... Закончу, закрою Библию, чтобы меня тут не мешало. И здесь есть у меня стихотворение. Называется «Русь, куда ты несешься?» Николая Васильевича Гоголя. Это я стихотворение когда-то писал. «Радуйся, Русь, православное царство! Мы подавились кибитками и тюбетейками!» Взбунтовались окраины, терроризм и пиратство, из-за кордона науськали, или сами они докумекали. Они азиаты, хамово племя, вера преступная для христианина. Топоры наготовили из каждого кривого полена. Это попутчики для Иофета и Сима. Стряхни с себя обувь проказой прожженную, ужмись расфуфыренными боками. Займись беспризорными падшими женами, безмозглыми зюгановскими стариками. Кого нам учить, рассылая агентов, снабжая под джунглям снарядами диких? Дома раздрай, не найдут алименты, в храмах без света и пьяные крики. Кому мы примеры какой показали, воспринимают нас как за границей? Ликуют сексоты, шестерки, фискалы, честному негде на час схорониться. Интересно, в Германии немцы, когда едут на какой-то курорт, один вопрос задают, а русские там будут? Если будут, никто не хочет ехать. Безобразие ужасное, все это снято на пленку. Секса безумия, бешенство похоти. Травят маньяк и сектант ребятишек. Нам потрясают, да когда же вы сдохнете? Будет на полчаса в мире затишье. Откровение 8.1. Прокляты, прозваны богоотступниками, нас как чумы сторонятся соседи. Гордость, в войне победили и спутники. Первыми мы облетели планету. Лгать приучили за черную пайку. Сюрреализм не гнушался нахальством. Соввласть бандиты, грабители, шайка. Чем выше, тем неприкосновеннее начальство. Кончилось путчем наигранно глупым. Пьянкой, болезнями дяди Бориса. Членов Кремля не рассмотришь и в лупу. Лежут валютные банки экс-крысы. Нам не до них. Почернелые храмы с купно-продажем попом посредине. Матушка Русь стала свалкой, свальной урану. Смеха достойна Хаджина Средина. 6 октября 2001 года. Это отдельно. Еще. Владимир Николаевич, да. А Северная Корея насколько похожа на совок? Да такая она была. На 100%. Другого там и искать не надо. Я еще раз хочу сказать, что Господь предупреждает нас заранее. Это я рассматриваю во свете Библии. Это не просто так. Вот дальше немножко еще включу чуть-чуть. Ну, у вас-то слышно на вашей стороне? Ну вот и все. Что интересно, в мире все тройное. Тройное. Ну, допустим, Михаил. Первый епископ Михаил. Первый. И первый царь. Вот заметим. Первый кто? Ну, из дома Романовых. Юношу избрали молоденького Михаил. Дальше. Падение этой династии. Царь Николай отрекается в пользу Михаила 2 марта 17 года. Утром он уже отрекся. Михаил. Третий Михаил приходит. Михаил Сергеевич. Я говорил раньше, и так удивлялись. Откуда вы знали? Ко мне первые секретари приезжали по Теряевку. Я говорю, написано. Трижды. И Михаил Сергеевич, последнего коммуниста, 18 миллионов было, похлопал по спине и столкнул в ад.
генерал армии Варенников говорил, большего предательства не было в мире, не считая предательства Иуды. Понимали. А Владимир, ну, князь Владимир, тут понятно, собирает тот в духовном плане. В духовном, значит, вот что, Владимир, он приводит к вере. Понимаете, как совмещается, два престола соединились, патриарши и монарши. Дальше, приходит Владимир Вил и раскрещивает Русь. И приходит третий Владимир, и концовка. Мы с ним пойдем, и как один умрем в борьбе за это. Желаем мы, не желаем, но так вот уже все это уже прошедшее. Называют три Михаила, три Владимира. Когда еще не было известно об этом Владимире, а тогда на арене был Владимир Вольфович. Владимир – сын волка. Вольф – это волк. Это имя такое. И он сильно рвался к власти, и было время, он набирал 17 и больше процентов. А сегодня даже Собчак его там обошла в Санкт-Петербурге-то. И он выступает, сейчас говорит, народ-то какой глупый, дескать, за кого голосует-то? За нас надо было. И показывает, какой глупый народ. Он им, бабка подошла и гладит по руке, хорошо, что ты вот возвращаешь, что другое. Он, я говорю, тебе совсем не об этом говорил, она даже не поняла, что я против. А бабка голосует за это, думает, что мне угождает. Вот, он, ну, я считаю, это один из самых умных представителей власти, который играет сегодня роль придворного шута. Его называют скунс вонючий, специальные ролики. Я считаю, что он умный очень, умный. Но иногда с такой огородит, дерется, матерится, пьяный сидит, показывает в роликах, как он. Ему разницы нет. У женщины не так, он за волосы ее. Ну, сколько драк-то он устраивал-то, как разговаривает. Со стола начинает хватать, бросать, он бесноватый. На 100%. Этот президент, который сейчас, ну, он выдержанный, я ничего не имею против него, я молюсь о нем каждый день, чтобы Господь сохранил его от покушения, чтобы мудрые законы издали. И вот рассматриваю эту песенку, «Дядя Вова, мы с тобой», хорошо составленная, я, что автор поет вместе с сынишкой там, и вот этих, которые, ну, другие там где-то фильмы с насмешкой, как бы, я один за другим просматривал. Фильм цепляет очень сильно. Вот ты говоришь, мне до того не понравилось, а я никогда не подумал, понравилось, нет. У меня первая мысль была, во славу Божию рассмотреть. Я рассматриваю, никто не поможет. И эти ребятишки, которые кулаки сжимают, дядя Вова, мы с тобой, ну мальчишки. Ну что-то у меня в лагере, Россия должна встать, Россия это мы, ну мы. Так это понятно. Мне не понравились режиссеры этой песни. Да. Вот то, что вот как раз о чем вы сейчас и сказали во свете Библии, мне вот это... На убой. Все, что осталось, это на убой. Да. Именно так. Ну, спасибо Христу, что зашел ко мне. И, у меня это не тайна никакая. Дочитаем, Игнат Тихонович, 22, 23, 24 стих. Ну, давай. 18 глава. Давай. «И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника». Никакого художества, и шума жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле». Конец 18 главы. Что? Я что мог сказал? У нас сейчас занятия будут через полчаса. Угу. Во славу Божию. Ну, благодарю. Все на этом. Спасибо, Христос, Игнатий. Слава Христу. Я призываю всех молиться за царей начальствующих. Мы всегда молимся. И Дональда поминаем, и Порошенко, и Эрдогена. Наша задача молиться. Мы никого не свергать не пытаемся, но Библия говорит вот так. Обходить это нельзя. Мы православные, вы думаете, там ничего нет. У нас все истолковано. С Богом. С Богом. Аллилуйя.